Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать такой нестандартный обзор. Обзор будет посвящен обуви Adidas Edelastic Bones. После полтора года эксплуатации эксплуатировала моя жена. То есть сейчас я вам покажу такие вот кроссовки. Знаменитая подошва Bones. Кроссовки, такая вот подошва. Все бы ничего, да, в этих кроссовках, но вот такая вот беда. Лопнула конструкция сама подошвы. То есть за счет этого нога заваливается, амортизация уже не та. А как заверяли в Адидасе, то есть эти кроссовки прошли испытания на прочность всегда, и вся конструкция проходит всегда все испытания, когда модель разрабатывают. На самом деле это не более чем маркетинг, никто ничего не проверяет, то есть изготовили и проверяете вы, а не они. То есть конструкция, поначалу вроде было все нормально. У меня жена буквально вес 50 килограмм. Подошва сперва начала скрипеть в этом месте, потом сперва лопнула, потом еще там дальше лопнула. И ладно бы на одном кроссовке лопнула, но лопнула на обоих кроссовках, то есть в этом месте, как видите. Лопнула буквально после 3 месяцев носки. Буквально вот, один летний сезон. И все. Ни клей, ничего не помогало. То есть лопается и все. Вот сейчас еще термополиуретановый клей попробую заклеить. Ну, что-то я сомневаюсь. То есть сами кроссовки, в принципе, круто выглядят. Крутой дизайн, да. Ну, не буду по технологиям рассказывать. Тут нейлоновая сетка, синтетические вставки, да. Конструкция, да, вот это полиуретановая полностью подошва, да. Сейчас вот достану. Крутая амортизационная стелька там. Даже фиг вытащишь. То есть вот такая вот подошва, да, полностью. Полностью там вся просвечивается, продувается. Дырка, видите. То есть такая вот подошва. Такая вот крутая стелька. Единственное, что здесь крутое, это полиуретановая стелька очень плотная. То есть и ни у одной, грубо говоря, у нее такая же беда. То есть у всех, у кого были такие кроссовки, у всех лопнула конструкция в одном и том же месте. Я представляю, если бы, допустим, какой-нибудь дядя 100 килограмм с размером 42-43 купил бы эти кроссовки, они у него, наверное, через неделю бы лопнули. То есть вот так вот бренд делает свою обувь. То есть ничего не гарантирует. Модель сама крутая по виду, но вот так вот. А по цене около 6000 рублей стоила модель эта. То есть ни много ни мало. 3 месяца и лопнула подошва. В принципе, вот такой вот обзор получился. Смотрите, думайте. Лучше с такой конструкцией подошвы не брать. То есть тоненькие эти пластинки очень. Они очень тонкие. Вот если бы потолще были бы, да, тогда бы, возможно, было и не лопнуло. Но они прям вообще, они вот сами по себе, да, видите. Короче, ладно, заканчиваем обзор. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.